83 из 82 бойцов. А что, так можно было, что ли? Что? Как такое может быть? Данное произведение несет в себе исключительно лучшие качества достойной игры по всем критериям 21 века. Но это не точно. Если это игра 21 века, то я просто фламинго. Я не знаю, что это, опять реклама. Удалите эту игру из просто плеймаркета навсегда. Друзья, с вами как Старобзи, и сегодня мы с вами наконец-то определимся, что лучше, Bubble Quest или Бравл Старс. Да ну нет, все же понятно, что Bubble Quest — это всего лишь клон Бравл Старса. Боже, как это было сложно выговорить. На самом деле, я хочу поиграть и показать вам топ-10 игр Bubble Quest. Да, ребят, они существуют на самом деле, и мы с вами будем их сегодня проверять и решим, какая из них все-таки лучше. Ну а сейчас поставь лайк под это видео, нажми на красную кнопку подписаться, если вдруг ты еще не подписан, и колокольчик не забудь нажать. Итак, мы с вами попали в рейтинг Bubble Quest. Я очень странно выражаюсь, рейтинг Bubble Quest. Как может быть рейтинг Bubble Quest, если Bubble Quest — это на самом деле клон Бравл Старса, и это и так не оригинальная игра? Ладно, 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 давайте так. Все-таки Bubble Quest — это отдельный мир, и сегодня мы будем его исследовать. Смотрите, у нас есть оригинальный Bubble Quest. Сложно назвать его оригинальным, но окей, пускай так и будет. Здесь у нас есть оценка 4,4, 195 тысяч отзывов, 5 миллионов скачиваний, номер один, друзья, в рейтинге бесплатных. Но это еще не все. Есть у нас Bubble Quest 2022, что? Здесь оценка 1,9, ну посмотрим, я не знаю, что это. 500 тысяч скачиваний, вы серьезно? Bubble Quest 2022, это просто жесть, ребята, что такое существует, кто это сюда добавляет? Bubble Quest 3D, тоже рейтинг 1,9. Нифига себе, подожди, здесь вообще полностью скопировали даже картинки из оригинального Bubble Quest'а. 3D-версия Bubble Quest'а уже тут. 3D-версия Bubble Quest'а. Дальше, Bubble Quest, Bubble Quest с рейтингом 1,9. Здесь тоже такие же картинки. Мне интересно, что это такое? По многочисленным просьбам первого А-класса. Это пипец, это плагиат на плагиате, клон на клоне, клон на клоновского. Боже, я сейчас просто сломаю себе мозг. Bubble Quest 2, часть Клю. Рейтинг 4,2. Вы серьезно? 50 тысяч скачиваний? Здесь даже есть я. Здесь есть моя превьюшка, ребят. Откуда это взялось здесь? Просто жесть. Bubble Quest скачать бесплатно, без смс-регистрации, руководства. Так, что еще есть? Есть Bubble Quest 2, Bubble Quest 4, Bubble Voice мы с вами уже играли. Если хотите, вот это видео, можете зайти на канале и посмотреть. Я уже показывал эту игру. Bubble Quest 2, Bubble 2022, Bubble Quest 2022. Все советы? Даже советы по Bubble Quest? Серьезно? Я просто в шоке. Я сейчас все это скачаю, и мы с вами будем тестировать. Стоп! Вы это слышите? Да, друзья, это звуки радости и веселья. И все это происходит в игре Might and Magic Era House. Это мобильная стратегическая ролевая игра с PvE и PvP сражениями в реальном времени. Призывайте легендарных героев, собирайте огромные армии мифических существ, рыцарей и могущественных заклинателей. Используйте стратегию и магию, чтобы побеждать в битве. Игра совершенно бесплатна и доступна как на iOS, так и на Android. Так вот, 14 января по 14 февраля в игре Might and Magic Era House проходит лотерея, в которой каждый из вас может принять участие и выиграть один из 50 наборов Ubisoft Luck Pack стоимостью около 300 долларов каждый. Хотите больше? С 20 января по 31 января голосуйте за героев в новом событии и получите возможность получить одну из 30 подарочных коробок. А если вдруг не повезет, то не спешите расстраиваться. Все участники получат игровые награды. Скачивайте Might and Magic Era House, регистрируйтесь и получайте свой юзер ID. Войдите на страницу события и используйте свой юзер ID Era House, чтобы принять участие. Таким же образом вы принимаете участие в голосовании за героев. Это событие состоит из трех этапов. Каждый длится 3 дня, и на каждом этапе все могут получать награды. Скорее переходи по ссылочке в описании. Скачивайте Might and Magic Era House
босс и забирайте свои награды. Вы только посмотрите, что у меня происходит на экране. Здесь одни бабл-квасы. Ну и давайте с вами все-таки начнем. Мы с вами, конечно же, все знаем оригинальный бабл-квас. Поэтому мы сейчас пойдем играть в бабл-квас 2, ребята. Что это такое? Что это за игра и что она из себя представляет? Я ни разу в жизни ее не запускал и я не знаю, что сейчас произойдет. Она очень долго грузится. Надеюсь, она когда-нибудь загрузится. И это что такое? Вы серьезно? Это как это играть? Бабл-квас, и есть чат. Что такое? Что это такое? Поделиться? Нет, нет, я не буду... Вы смотрите, что делает. Они хотели меня забайтить на оценку. Так, это мой профиль. Ладно, давайте нажимаем бабл-квас. Бабл-квас, информация. Оно не нажимается. Оно вообще зависло. A few minutes later. Игра зависла. Перезапустить приложение. Произошел сбой. Очень странный режим. Очень странный. Веселый, энергичный, увлекательный. Затягивает, серьезно. Нет, на самом деле это полная какая-то фигня. Во что я играю? Так, давайте, нажимаю бабл-квас. Нажимаю информацию. И он опять завис. Что происходит с ним? Короче, куда бы я ни нажимал, эта игра сразу зависает. Поэтому идем с вами смотреть бабл-квас какой-то Dark RP. Что бы здесь не было. Итак, по многочисленным просьбам 2-го Б-класса данная игра вышла в свет. Данное произведение несет в себе исключительно лучшие качества достойной игры. Окей, здесь у нас идет загрузка, есть назад и далее. Давайте далее. И сразу реклама. Спасибо большое. A few minutes later. В игре имеется более 50 топовых бойцов и большое количество... А подожди, мне что, в бабл-квас нужно играть и читать? Опять реклама, иди ты нафиг! Игра имеет возможность проявить свои креативные способности. Да боже, я не могу ничего нажать. Я нажимаю, у меня вылазит опять эта долбанная реклама. Я уже устал ее смотреть. Вы серьезно издеваетесь? Дайте мне в бабл-квас поиграть. А вот, друзья, самая интересная надпись. Бабл-квас в настоящем... Время находится в раннем доступе, имеет небольшое количество ошибок. Пожалуйста, подождите 10 минут, прежде чем наши большие файлы загрузятся. Опять байт на рекламу. Да идите в баню со своим бабл-квасом 2. Я теперь понял, почему такой маленький рейтинг. Ладно, следующий лидер нашего рейтинга называется бабл-квас 3D. Что бы это ни означало. Давайте. Бабл-квас 3D. В игре имеется более 50, это мы уже читали. Ожидаемое время остановки минут троеточие. То есть опять мы должны будем читать. Если нажму вперед, скорее всего, выйдет реклама. Давайте просто проверим. Нажимаю вперед и... Да, естественно, реклама. В общем, я так понял, это то же самое, что и было в прошлый раз. Но здесь дописали, данное произведение несет в себе исключительно лучшие качества достойной игры по всем критериям 21 века. Но это не точно. Если это игра 21 века, то я просто фламинго. Я не знаю, что это, опять реклама. Удалите эту игру из просто плеймаркета навсегда. Итак, еще один клон Bubble Quasa это Bubble Voice. И мы с вами уже в него играли. В эту игру хотя бы, может, немножко можно поиграть. Да, она запускается. Да, у меня здесь есть даже гемы, точнее, здесь есть алмаз, здесь есть рубли, здесь есть хотя бы что открывать. И я здесь открывал, у меня даже здесь есть 5 бойцов. Это хоть какой-то клон бабл-класса, но вы понимаете, что наш топ еще не заканчивается, и впереди у нас еще очень-очень интересные игры. А вот, друзья, бабл-класс 2022 клуб, который я очень хотел поиграть, потому что там даже работа... Произошел сбой. Там была моя превьюшка. Перезапустить. Давай. Может быть, все-таки она запустится? Почему эта игра даже не запускается? Дайте поиграть в нее. Пипец, они меня так расстроили. Я хотел хотя бы в эту игру сыграть. Ладно, поиграем в бабл-квас 2 с зеленым значком. Может быть, хотя бы это запустится. И бабл-квас имеет себе опять то же самое. Опять то же самое. И опять нас байтят на установку какой-то фигни. Надежда все еще есть поиграть какой-то бабл-квас. Точнее, клон бабл-кваса. Потому что у нас еще остались две игры. Это гейм со значком бабл-квас и бабл-квас с надписью 2. Давайте запустим гейм. Я надеюсь, она запустится. Так, 95-100. Загрузка пошла. Так, давай. Я вижу, друзья, белый экран. И я вижу рекламу, естественно. Так, пожалуйста, оцени. Нет, я не хочу оценивать, я хочу сыграть. Подожди, старт. Поднять рейтинг, поделиться. Давайте нажмем старт. Так, что мы с вами сейчас играем? Итак,
мы играем в рекламу, я понял. Я посмотрел рекламу, и у меня экран разделился на две части. Сверху размытые ящики бабл-класса, а снизу размытые, еще и заблокированные. Что это такое, боже мой? И куда бы я ни нажал, просто выскакивает реклама. Удалите это! О май гад. После этого выпуска мне нужно реально будет подлечиться, ребят. Серьезно, мне нужно подлечить свою психику, потому что я сойду с ума. Последняя попытка сыграть в бабл-класс. Клон Bubble Quest. Называется Bubble Quest 2. Bubble Quest Clue. Так, хорошо. У нас есть картинка. У нас есть картинка. Кучу непонятных надписей. Есть следующая страница с рекламой. Естественно, с рекламой. В общем, здесь просто листаешь картинки. Очередной клон, который даже не клон Bubble Quest. Итак, друзья, итог какой? У нас есть Bubble Quest. У нас есть хотя бы какой-то Bubble Voice. И, конечно же, оригинальный Brawl Stars, который, ну, никто не переплюнет, на самом деле, потому что Бравл Старс я обожаю. Я обожаю Бравл Старс, но в Бабл Квасе тоже иногда весело, и да, вот он мой аккаунт. Вот он и Хаги-Ваги, вот он оригинальный Бабл Квас, который мы с вами заслуживаем. Все остальное просто такая чепуха. Я сегодня потратил примерно 15 минут своей жизни в никуда, в игры, которые текстовые, в которых ничего не происходит. Здесь же, ребята, красоти. Здесь есть мимасики, здесь есть все, здесь есть ящики, здесь можно все это открывать. Хотя бы наслаждаться игрой, хотя бы какими-то мимасными персонажами и всем, что можно, можно насладиться в этом бабл-квасе. Ну а я, ребят, на этом видосе заканчиваю. Вы обязательно поставьте лайкусик, нажмите на красную кнопку подписаться, если вдруг еще не подписаны. И не забудьте нажать на колокольчик, и у меня выпадает обычный ХД. Вот это поворот! Стоп, у меня же он был! У меня же он был! Подожди, подожди! 83 из 82 бойцов! А что, так можно было, что ли? Что? Как такое может быть? Вот это, конечно, сюрприз. Вот это, конечно, поворот, ребят. У нас больше надо бойца, чем может быть. Ладно, я не знаю, как это случилось, но в любом случае ставьте лайки. Всем удачи. Покедова.